Всем привет! В связи с последними событиями, что мы все мы замкнуты дома, сидим на карантине, решила с вами поделиться, чем занимаются люди на карантине, живущие на Крите. Итак, сбор улиток. Начнем с самого начала. Подготовим место, где наши улитки будут жить. Берем вот такую вот корзину. Лучше, конечно, корзину, но если у вас ее нет, можно взять мешок вот такого плана, либо такой коричневый, как раньше в Советском Союзе ложили сахар, тоже подойдет. Подготавливаем место, где они будут спать и частично есть. Это листья рожкового дерева, веточки рожкового дерева. Почему именно это? Потому что, во-первых, они очень полезные, и улитки их едят. Во-вторых, они могут там размещаться и спать под листиками, ждать своего корма и воды. В последующих видео мы расскажем, как их кормить, как за ними ухаживать, сколько нужно их выращивать до того, как они попадут в наш желудок, и как их собирают. Спасибо всем за внимание. Пока!